Казахская опера на турецком языке. Спектакль «Баржан Сара» с успехом прошел на театральных подмостках Турции. Постановку приурочили к столетнему юбилею казахского композитора Мукана Толебаева. Игру актеров оценили и наши корреспонденты. Турецкий город Самсун – один из популярных курортов на Черном море. В это время года здесь традиционно идут дожди. Но в день премьеры казахской оперы тучи рассеялись, и целый день светило солнце. А вечером загорелись звезды в театре. Турецкие актеры впервые играют в спектакле «Баржан Сара». Профессионалы, поставившие на сцене немало любовных историй, признаются, казахская опера покорила их искренностью и драматизмом. Когда мне предложили этот проект, я, не раздумывая, согласился. Меня увлек сценарий, увлекли герои, их характеры. Это удивительная опера, и я счастлив, что прикоснулся к ней. В этой постановке задействованы лучшие актеры Турции. Создатели спектакля долго трудились над декорациями и хореографией. Чтобы более точно передать казахскую культуру в танце, они попросили мастер-класс у артистов Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Те коллегам не отказали. В итоге получилась красивая совместная опера. «Баржан Сара» впервые выезжает за рубеж. Она впервые ставится на турецком языке. Я помню, в 70-е годы французы очень заинтересовались этой оперой и хотели ее поставить. Но тогда, по каким-то техническим причинам, они отказались от этой идеи. Сегодня я горд тем, что величайшее произведение все-таки вышло на международный уровень. И вот они, заслуженные овации. Зал восторженно аплодирует, артисты благодарят. А значит, премьера состоялась. Анар Байгазинова, Ержан Жүніс, Лаура Читин, Турция, Самсун.